Перейдем теперь к функциям добавления, обновления и удаления элемента. У этих функций нет возможности использовать проверку прав доступа. То есть вам предварительно до их вызова нужно проверить, вообще есть ли права на данную операцию, если это вообще требуется. Особенно в данном случае опасно удаление, так как передается только ID элемента инфоблока, без указания типа ID инфоблока. И если у вас где-то уязвимость в коде, то можно в принципе таким образом удалить любой элемент любого инфоблока. При добавлении нового элемента или обновлении по умолчанию производится обновление индекса, поискового индекса. Но если у вас идет серия обновлений, например, обмен с внешней системой или загрузка, то более оптимально со стороны производительности будет отключить индексацию и полностью переиндексировать после завершения операции. А давайте в цикле добавим в инфоблок новости 5 элементов. А название элемента — это будет элемент и номер цикла. Здесь прошу обратить ваше внимание на функцию add класса CI-блок элемент, в которой параметр, отвечающий за индексацию, установлен false. То есть добавляемые элементы индексироваться у нас не будут. То есть все 5 элементов будут добавлены, но не проиндексированы. И в конце, ну в данном случае мы используем эту функцию, а вообще можно использовать другую подходящую для ваших целей. А в данном случае мы используем метод reIndexModule класса CSearch, который переиндексирует на модуль iBlock, то есть инфоблоки. Ну а теперь, собственно, давайте посмотрим, что у нас все получилось, все произошло. Вот у нас добавились новые элементы, вот их список ID. Идем в список новостей, как видите, здесь ничего нет у нас. Обновляем страницу. И вот наши 5 элементов имеются. Если при обновлении и добавлении установлен параметр BRSizePicture, то полям детальной анонсной картинки будут применены правила генерации масштабирования в соответствии с настройками информационного блока. Учтите, что по умолчанию эти настройки не применяются. Добавим один элемент, назовем его элемент с изображением, куда мы детальную картинку загрузим собственное изображение. Для этого используем функцию macfile-array класса cfile. Здесь стоит обратить внимание на функцию add, которую мы передаем параметр true, который говорит данной функции, что необходимо применить правила генерации и масштабирования, соответственно, настройки информационного блока. Давайте пройдем, посмотрим эту картинку. Как видите, это большая картинка, да? Вот. Размером 1920 на 1080. И мы ее сейчас загрузим. Вот наш код. И давайте его выполним. Вот у нас сообщение о том, что добавлен новый элемент ID 372. Открываем список элемент с изображением. Видим, открываем. Это у нас было детальное изображение. Как видим, детальная картинка у нас имеет размер 100 на 56. В правилах у нас к инфоблоку новостей прописано следующее. Открываем поля. Соответственно, уменьшать, если большая, до размера 100 на 100. Соответственно, она у нас широкая. То есть она уменьшилась до 100 на 56.